Турецкий язык, урок номер 7, вопросительная форма с ответами «да», «нет». Вопросительная форма в турецком языке образуется при помощи вопросительной частицы, которая применяется аналогично тому, как аффикс присоединяется к слову, и имеет 4 формы – «мы», «ми», «му», «мю». Вопросительная частица, так же как и аффиксы, применяется в соответствии с правилом гармонии гласных. Для некруглых твердых гласных «а» и «ы» используем вопросительную частицу «мы». Для некруглых мягких гласных «э» и «и» вопросительная частица «ми». Для круглых твердых гласных «о» и «у» используем вопросительную частицу «му». И для круглых мягких гласных «э» и «ы» используем вопросительную частицу «мю». Вопросительная частица ставится после слова, о котором спрашивается, и всегда пишется отдельно. Она всегда безударная, и ударение падает на слог, предшествующий ей. Вопросительная частица «мы», «ми», «му», «мю» не применяется для образования вопросительной формы предложения, только если в нем есть вопросительные слова «куда», «зачем», «где», «когда», «сколько» и другие вопросительные слова. Давайте рассмотрим примеры. «Бу китап мы» – это книга. Так как в слове «китап» буква «а», которая не круглая, твердая, мы используем вопросительную частицу «мы». «Бу калем ми» – это ручка. В слове «калем» не круглая, мягкая буква «э», поэтому используем частицу «ми». «Бу панталон му» – это брюки. Твердая круглая буква «о» и поэтому частица «му». «Бу гёз мю» – это глаз, круглая мягкая буква «э», поэтому используем вопросительную частицу «мю». При утвердительном ответе на вопросы мы используем слово «эвет» – «да». Возьмем несколько примеров. «Бу калем ми» – «эвет» – «бу калем» – это ручка? «Да, это ручка». «Бу калем кырмызы мы» – «эвет» – «бу калем кырмызы». Это ручка красная? Да, это ручка красная. Калем масада мы? Эвет калем масада. Или просто, сокращенно, эвет масада. Ручка на столе? Да, ручка на столе. Да, на столе. Возьмем еще несколько примеров. Владимир доктор му? Эвет Владимир доктор. Владимир доктор? Да, Владимир доктор. Геми лиманда мы? Эвет, геми лиманда. Корабль в порту? Да, корабль в порту. Бу эльма кырмызы мы? Эвет, бу эльма кырмызы. Это яблоко красное? Да, это яблоко красное. Ресимде өküz мы? Эвет, ресимде өküz. На картинке бык? Да, на картинке бык. Бугюн пазартеси мы? Эвет, бугюн пазартеси. Сегодня понедельник? Да, сегодня понедельник. При отрицательном ответе у нас есть слова хаиш, которое обозначает нет, и есть отрицательная частица дейль, которая соответствует отрицательной частице не в русском языке. Отрицательная частица дейль используется для образования отрицания и сродно русской не. Единственное различие – это то, что она ставится после слова, а не перед ним. Образует отрицание для имен существительных, прилагательных и местоимений. Точно так же, как в русском языке. В турецком языке все это мы делаем при помощи отрицательной частицы «дейль». Возьмем примеры. «Бу панталон му» – «хаиш», «бу панталон дейль», «бу этек». Это брюки? Нет, это не брюки, это юбка. Китап чантада мы? Книга в сумке? Хаиш, китап чантада дейль. Нет, книга не в сумке. Китап масада. Книга на столе. Бу армут сары мы? Хаиш, бу армут сары дейль. Бу армут ешиль. Это груша желтая? Нет, это груша не желтая. Это груша зеленая. Элена өретмен мы? Хаиш, Элена өретмен дейль. Элена өренджи. Елена учитель? Нет, Елена не учитель. Елена ученица. Су сыджак мы?
Аиш. Сус як тиль. Су соук. Вода горячая? Нет, вода не горячая. Вода холодная. На этом все. Спасибо за внимание.